Всем привет! Сегодня будем говорить о том, с чего нужно учить любой иностранный язык. Делюсь своим опытом. С чего учить любой иностранный язык? Как говорится, from the scratch. Ну, первое, что вам нужно, это ознакомиться с глаголом «быть». В разных языках он разный, но он является основополагающим глаголом, который связывает слова в предложении. Мы его употребляем, когда говорим о том, кто предмет, какой предмет, где предмет. Дальше нужно выучить местоимения, такие как «я», «ты», «мы», «они», «вы», «он», «она». И пару-тройку слов, которые обозначают профессии, эмоции и прилагательные. Чтобы вы могли какой-то крайней, чрезвычайной ситуации, когда вы окажетесь где-то за рубежом, объяснить, кто вы, откуда вы, как вы себя чувствуете, кто вы по профессии. О глаголе «быть». В русском и украинском языках его почти забыли и просто удалили. В русском вы его точно не услышите, а в украинском он где-то еще остался. Но в большинстве языков он всегда употребляется. Он также является вспомогательным глаголом при формировании разных времен. Кстати говоря, о временах. Дальше, что вам нужно сделать, это познакомиться с глаголами и их базовыми временами и окончаниями. В некоторых языках, таких как русский, например, глагол имеет всего три времени, но куча окончаний. Но и тут есть своя логика. Окончания как бы крепятся к местоимениям, и они повторяются, ну как в русском. Она говорит, я говорю, мы говорим и так далее. В английском окончаний нет, то есть они не меняются, но во французском меняются так же, как и в русском. То с этим вам нужно будет себя ознакомить. Ну и потом можно уже потихоньку слов по 10 набирать из 5-7 тем на ваш выбор. Семья, город, еда и так далее. Смотрите простые тексты с этими словами, выписывайте фразы, учите их и пересказывайте тексты себе или кому-то. Сначала не читайте сложные тексты на 3 листа. Загуглите простые уровня Starter или A1 максимум. Читайте, слушайте, если не прикреплено аудио, вставляйте текст в Google переводчик и нажмите кнопку «Прослушать». Так вы будете слышать каждое слово, это облегчит вам задачу выучить слова. Ну вот, в принципе, и все. Надеюсь, вам было полезно. Пробуйте, изучайте языки, общайтесь. А в следующем видео поговорим об английской грамматике.